Предприятия Юга России отныне могут рассчитывать на дополнительную поддержку. В Астрахани начал работу региональный фонд развития промышленности. Он выдает льготные кредиты на техническое перевооружение старых заводов и на строительство новых, а еще консультирует на всех этапах от установки конвейера до получения первой партии продукции. Подробнее Алексей Баранов. Зато все остальное сплошные плюсы. Современное оборудование, офисная техника, необходимая мебель. Сопровождение проектов от замысла до получения товарной продукции. Именно эта идея – главная задача нового фонда. Чтобы ее реализовать, конечно, необходимы средства для выдачи кредитов. Оборотный капитал в размере 60 миллионов рублей уже сформирован. 2/3 из федерального фонда, остальное выделили власти региона. Более льготных условий не существует. И со своей стороны я хотел бы подчеркнуть, что еще важнейшим обстоятельством успешной работы фонда является прекрасный кадровый состав. Предлагаемые ставки действительно впечатляют. До 100 миллионов рублей на 5 лет можно взять всего под 5% годовых. Но есть ряд обязательств. И это не только зарплата, не меньше, чем в 2 минимальных по области. Обязательно увеличение количества рабочих мест. Поэтому те люди, которые получают сегодня, те предприятия, которые получают эту поддержку, они подписывают на 3 года вот такие вот условия. В приоритете фонда помощь в техническом перевооружении и создание новых высокотехнологичных производств. Это будет серьезной помощью нашему региону. Мы все вместе сможем сделать шаг навстречу нашим промышленникам. Я думаю, для бюджета нашего региона и для нашей страны все вместе будем двигаться. Благосостоянию, повышению жизни, качества жизни наших жителей. Предприятия же, которые выходят на общероссийский рынок, смогут, обратившись в фонд, побороться и за поддержку из федерального бюджета. Алексей Баранов, Вести.